Ребят, всем здорово, с вами Банана Гейм. И мы с вами продолжаем играть в альтернативу. И сейчас нам надо отбиться от бандосиков. Тут они атаковали депо. И по заданию нам надо убить вожака бандитов. Давайте сейчас этим с вами займемся. У нас тут наступила зима. Так что играть мы сейчас будем с вами походу только зимой. Потому что у меня здесь уже все. Но зима наступила. И походу тут такая вот тема есть. Прикольная. Так, где-то он пердит там, где-то как хрен его знает. Они все на улице. Я понял. Так, ладно, давайте. Так вот делаем. Я насколько, ребят, смог прибавил яркости. Ну, больше я не могу уже прибавить. Будет некомфортно смотреть. Будет не очень сильно. Так, вот он. О, все, готов. Так. А, прикольно, зима такая, ништяковская, прям вообще тема. Ну что, все уже здесь, что ли? Ё-моё. Умри. Умри, чувак. Ё-моё, не всех завалили. Здесь плохо, главные герои, эти главные персонажи тоже такие, как серые, умирают. Это очень плохо, не есть хорошо. Так. Блин, плохо, у меня патроны. О, все. Этого убили, главаря. Так, блин, плохо, у меня патроны заканчиваются на этот. Что мне делать? Пистолета. Эй, фраер! Ты там не духарься! Поймаем! Я не знаю, что он стреляет. А, на ноль стоит, ё-моё. Я думаю, что же он не стреляет, а стоит-то на ноле. Так, ты где? Куда ты там бежал, фраер? Фраер! Ну. Потерял, типа. Типа потерял. Умри. Так. Вроде все. Вроде усё, ребят. Так. Хлебушек. Это больше ни хрена не. Пистолет. А кто там? Еще двое. Это значит они там меня потеряли. Пацаны, выручайте! А чё, я чё для вас? Не существую, что ли, или чё? Почему у меня недолго? Тянули меня, пацаны! Чё вы меня не убиваете? Это чё, шутка для вас, что ли, ё-моё? О, патрончики, ништяк, и чё, тайник? Ага, на кордоне. На кордончике тайничок. Лирика замочили. Всех позамочили, вы чё? Чё, нельзя брать? Так. А нет. Ну нет. Вот он. Вот он главарь, походу, их. Ой, еще какой-то чувак умер. Ну что-то у вас вообще как-то по-бомжатски, я вам так скажу, ребят. Как-то у вас. Не знаю, не очень. Так, можно, в принципе. Откровочение слизь повесить. У меня сколько там радиации выводится? 5К. Это сколько? 3К. Ну, нормально пойдет. Можем повесить. Можем себе позволить. Так, а что у нас тут по тонам? 5. Плохо. Очень-очень плохо. Блин, надо какой-нибудь бизон бы найти. Было бы вообще ништяк. А кто там?
Бомбос. Так, давайте тут тайник обыщем. Где он только? Что такое заснеженное, прикольно. Вы точно должны, ребят, лайк поставить. Так. Как мне? А. Что ж такое-то, блин? Я хоть туда ползу, нет вообще? Ну хоть здесь? Или может он не здесь, тайник? А нет, не здесь. Наверное, ну-ка. А, он, наверное, наверху. Да, скорее всего. Скорее всего, он, да, он наверху. Где он? В кустах, что ли? Вот, где-то есть. Снег такой, звуки снега такие прикольные. Так, что дальше? Внизу нету, тут нету. Где он тогда, ё-моё? Вот, прям на нем стою. Тут нету, там нету. Да где же он находится-то, ё-моё? А может на крыше вот этого? Может на крыше вагона? А вот это. Давайте посмотрим. Вот. А, блядь. Сука. Я все это время по нему ходил. Это пиздец. Это в смысле вот так вот, как в меме есть. Я вообще в ахуе. А и что у него тут? Что на комбинезон наемника? Хрень, просто залупа всякая. Чё, какие патроны? 9-19, в принципе нужны. Потому что у нас сейчас не очень так-то много патронов, а врагов у нас еще больше. Так, уже здорово. Ты не пораньше ляжешь спать. Убираем. Так, ребят, чем мы с вами... Ой-ой-ой, как тут все неудобно. Все такое зелень, такое все... неудобная прям вообще. Давайте мы с вами сейчас отправимся на агропром, возьмем флешку по заданию, вот эту вот заберем флешку, может тут забежим на агропром, потому что мы-то ученые, а все остальные там нам друзья, военные друзья почти все, кроме бандитов и монолита, ну и ренегатов, естественно. Так что давайте сейчас мы с вами отправимся. Это куда переход идет? А, в пещеру? Нет. Пещеру я не собираю. Давайте, ребят, встретимся уже на агропроме. Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Буду очень вам благодарен. Спасибо. Так, ребятки. Что мы с вами уже на агропроме? Тут сразу вояки, да, кого-то должен. Вроде как кабанчик. Давайте помогу, мужик. Ага. О, замочил, нифига себе кабанчик дает. Замочил, честно, охренеть можно. Можно я с тобой поговорю, не? Или ты меня нафиг посылаешь? Так, ладно. Давайте отправляемся за этой флешкой. Она вроде как недалеко тут от агропромчика. Подземелья, лишь бы не в самом подземелье было. Мали тут такие еще прям скрытые, капец. Так, здесь у нас кто? А, тут все по стандарту лежат. КПК такой прикольный. Ха. Ребят, смотрите. Ништяк, КПК такой уматный вообще, такой на руке. Ну, детализировано очень классно, мне вообще нравится этот мод. Прям бомбический, ребят. Скачивайте, не пожалеете вообще никак. Ни капельки не пожалеете. Детализировано тут все просто на высшем уровне. Для такого уж прям сильного хардкора
прям такого, что аж нету. Как бы бывает, есть такое, что сложно, но не, ну не прям чересчур вот так. Как бы норм, более-менее. Так, и где нам у нас тут? А, ну я так и думал, ё-моё. Я так и думал. Погнали тогда, чё? Я же правильно думаю, что она здесь, да? Найти флешку. Да, скорее всего. Погнали. Так, все, ребят, мы с вами спустились. У нас сразу здесь низкий сигнал. Давайте трупешник этот обыскиваем. Бензон туриста. Не, у меня экзоскелет сразу. Так, что-то у нас какое-то сообщение пришло. Журнал карты переходов. Ага, тут у меня все есть. Место для сна, вот это. Всякая хрень, понятно. Так, тут кто у нас? Бандиты, как всегда. Так, на что у нас тут граната? Вот. Бросаем туда гранату. Блин, одного туда убил. Только одного шлёпнул. Это плохо. Так. Где ты? Чё, 4 человека? Ах ты тварь! Посмел меня задеть. Здорово. Чё, один где-то? Но он на лестнице по стандарту вроде как должен быть. Он должен быть на лестнице. Ну, вот он, ага. Все, давайте обыскиваем их. Они что, такие-то лохи? Ну, мы в экзаче живем. Ну, сейчас слишком легко будет. Потому что за экологов легко, потому что врагов мало. Как бы не очень много их. Потому что что, тут бандиты и все. Больше никого нет из врагов. Так, пистолет. Что это, форт? Ну, форт явно лучше. Фордик явно лучше по бэшке. Ну-ка. А, не. ПБшка лучше намного. Так, у вас тут калаши есть. Давайте возьмем. Сейчас патрончики разрядим. Я понял вас. Это тут еще сталкер улетел сюда. Так, опа. Что ж мы за бомжи-то такие, а? Ё-моё. Это бомжары, они... Бандосы, думаю. Так, крысы, уйдите. Это таракашки. Тараканы. Не мочат же, да? Или я зря патроны тачу? Так, ну ладно, давайте возьмем эту фигню. Брюха. Но они вроде меня не добят, понимаешь. А! Чё это такое? А, понял, я понял. Я понял. Мужик, я тебя понял. Ё-моё. Чё меня пугаешь-то так, а? Мать, щупальца кровососа, ё-моё. Напугал. Давайте помогу, мужик. Подожди. Давай-ка. Нифига их тут многовато как. О, артефактик. Это что это? Ремкомплект для брони. Сама броня. Это для комбинезона туриста, походу. Обычная такая. Ну-ка. Что за арт я взял?
Я же его взял? А, да, да, взял что-то. О, Doom Mumio, вот она. Уникальными. Отлично. Все, ага, я понял. Надо сейчас бежать тогда в предбанник. Так, набор для инструментов. Набор инструментов. Ага, на верстаке надо все делать, я понял. Так, где флешка? Чей? Опять эта девочка. Да точно, блядь, сталкер, не? Я не в хоррор играю случайно, а? Ёбаный, ё-моё. Угу, нифига тут патронов. А, калашик охрененный. Охрененный калашик расстрельный. Так, иди. Парочку гранаток. Ништяк. Так, что это? Начинаю скорость. Да, скорострельный. Ништяк пойдет. Так, ну это что? Это мы давайте продадим, тогда не будем выкидывать. Что мы еще с вами взяли? Ну и все, в принципе, больше мы с вами ничего не взяли. Нам мы с вами больше не взяли. Так, в принципе, можно вылазить, да? Что, выброс? Ну, походу, выброс. Ну. Что это такое у нас? Найти переход номер один. Так, это нам-то Лазареву, да? Флешку. Путь до радара. Найти путь до радара. Думаю, в упавшем вертолете можно найти немало полезной информации. Для сбора информации нужен хороший софт для взлома. Перед походом на радар постараться получить хакера весь софт. Угу, я понял. Так, запись с флешки. Записи, это рапорт, телепорт. Ага. Так, и чё, куда мы с вами? У меня, в принципе, есть... Нашёл я этот артефакт, надо сейчас его вернуть. Артефакт. В принципе. А, во, Лазареву. Это нам вот сюда вот надо. Я понял. Можно, в принципе, можно вернуться. Можно вернуться. До хакера надо найти. И артефакт вернуть. Дом Мумиё. И вот это вот задание еще можно, в принципе. Ладно, погнали тогда. Наверное, возвращаемся назад с вами, ребят. Что, значит, сейчас посмотрим. Ну, в принципе, да, тут больше делать и нечего. А, тараканы не трогают. Я их долбил. Ёбаный. Так. Тихо. Здесь не сдохну, не? Кого? Нет, он. Так, пить хочет, пить. А, эти газировочки жахнут. Так, все, попили, ништяк. Ништяк, попили. Так. Ну, ребят, тогда сейчас встретимся уже на кордоне или даже на предбаннике. Я сейчас приду туда, потому что надо возвращаться, задание сдать. Да и артефакт этот, Doom Mumio, сдать все-таки. Ладно, встретимся уже на кордоне у Сидоровича. Может, у него какое-то здание еще появится, посмотрим. Так, ребят, все, я уже подхожу к деревне новичков. Тут у нас целых два тайника высвечивается. Так, и давайте мы с вами сейчас сталкерам продадим вот это все барахло. Так, сейчас ищем, где он. Сейчас ищем с вами, где этот тайник. Так, наверное, наверху, да, все. Наверное, наверху он. На крыше. Да, да, по-любому. По-любому он на крыше. Ну, ладно. Так. Тут тайники какие-то беспонтовые. Хоть их вообще не бери.
Хотя стоят редкие, нафиг не знаю. Так, и сейчас вот здесь вот, да? Есть. А кто у нас плохо одет? Вот ты. Слушай, у меня вообще, тебя. Вообще хреново. Сколько ты? За 200. Держи. Прям вообще херово ты как-то одетый, мужик. Все, переодевайся, чувак. Так, ты кто? Ты Толик. Толик, фигулик. Что у нас здесь? Ух ты! Это нормуль уже. Два бенгальских огня. Угу. Выносливость. Сейчас, наверное, вставать меньше будет. Надеюсь. Так, и что он оделся? О! О! Оделся. Привет, красавчик. Брат. Уже опытным даже стал. Ха, хорош. Привет. Вот ты у нас еще бомжара, да? Так, 192. Ребят, с вас лайк, кто так же делал. Деревню новичков апгрейдил. Вас лайкосик. Так, давай сейчас сдаем задание. Убить вожака. И пойдем сдавать то задание в предбаннике. Убить вожака бандитов. Я выполнил это. Так, что он нам дал? Ксюху и патрончиков. Нихера себе. Нифига себе ты покупаешь. Неплохо. Вообще даже неплохо. Томат. Неплохо. Хороший товар. Неплохо покупает. И щупальцы хорошо. Вперед. Прям вообще тема. Думаем ее. Не, нужно, нужно. Неплохо. Том. Хорошо. Так, ну, что у тебя еще есть за работа? Найти медузу, уничтожить лагерь бандитов на ТП. Давай, берусь. А, сейчас они там, походу и появятся, да, это дело. Ну неплохо так-то он дает вообще. Чисто Ксюху, это, АК-74. Хорошо так я продал, прям тема вообще. Так, чё, на АТП, да, говоришь? Угу. Погнали. Чё, погнали на АТП. Сейчас сами распердолим им багажник этим бандосам по-быстренькому. Да, пойдем уже дадим флешку Лазареву, посмотрим, что он нам скажет на этот счет. Так. Нормально, тут нихера не видно их, конечно. Блин, надо еще этот экзач чинить. На пол уже 50% у него. Так, и где они тут? Вылетело, пацаны, почему-то. Что-то вылетело. Так, ребятки, ладно, продолжаем. Только я не понимаю, кого тут убивать надо, потому что здесь вроде как наши сидят. Че, он один, что ли, там наверху? Тусуется или что? А, внизу где-то. Где-то внизу, где-то здесь он. Я не понимаю, кого надо убивать. Здорово, мужик. Ё-моё. Капец. И чё вы тут сидите? У вас тут под боком бандос торчит, а вы тут сидите, жопу греете. Вообще офигели, что ли? Чё у вас за вооружение-то хоть? А? Ну, привет. Ну, у вас, походу, нормально. Грабач. Как жизнь? Петруха, здорово. На тебе. И пушку нормальную. Будешь как... Будешь крупим совсем ходить. Так, ладно, давайте. Сдаем это задание. Да, бежим мы сразу с вами. Бежим. А мы с вами бежим к Лазареву. Потом, наверное, к этому побежим. На болото. Это уже, наверное, не в этой серии. Смотрим. Не обещать не буду. Может даже и в этой. Так что не отключайте сразу видео. Будет еще много интересного.
Насмотрите обязательно это видео до конца. Оружие убрал. Это очень поможет каналу в развитии. Так что все зависит от вас, ребят. Все зависит от вас. Так, ладно. Давайте сдаем задание и смотрим, что он нам за это даст. Выполнил. Две гранаты. Не, мужик, тебе за такое морду надо набить. Ладно, побежали. Побежали мы с вами в предбанник. Встретимся уже там. Что будет интересного, я вам обязательно поведаю. Так, ребят, я все, приехал к Лазареву. Уже отдал ему флешку. Я думал, что-то такое стоящее. Может, дальше задание будет. А ничего такого, в принципе-то, и не было. Он нам только дал детектор медведь. И, в принципе, и все. Ничего он нам больше не дал. Это как-то странновато. Я думал, он нам что-то еще какое-нибудь задание даст. И больше ни хрена. Давайте с ним еще раз поговорить. Я понял. Удачи тебе. Нет, ничего, вообще никак не разговаривает. Так, и что мы с вами дальше будем делать? Дальше мы с вами, наверное, уже в следующей серии с вами отправимся на болото. Там найдем с вами хакера, которого нужно по главному заданию найти. Тут вот мужик понул. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, пишите положительные комментарии. С вами был Банана Гейм. И всем до новых встреч.